Так, друзьяки, вот такой приборчик. Такой вот прибор обалденный. Дали мне на обзор, комрад. Называется Терминатор Трио. Вот он, смотрите. Удобный пылесос, монеты лупасит. Вообще просто шикардос. Значит, вот пятачок лежит на дороге как раз. Видите? Все, я пошел, комрады. Удачи. Забрал прибор у бати. Значит, ребятки, обалденненький. Здесь два аккумулятора держат где-то 5-6 дней. Вот, отдельно покупались здесь АКБшки на него. Самодельная рукоятка. Значит, полностью он обошелся где-то 3000 гривен. Ну, вот сегодня сколько? 5 монеток им поднято. Вот, пылесосит очень хорошо. Обалденный, хороший аппарат. То есть многие скептики думают, что там самоделкины это. О! Чермет лупасит. В общем, приборчик то, что нужно. Что самое главное, представьте, глубина тоже, как и у обычных приборов, мелкие предметы. Вот сегодня это штык минимум, большие до метра. Ну вот как-то так. Вот так он выглядит весь. Здесь есть регуляторы чувствительности. Можно отключить какую-то из положений кнопок. То есть, ну вот, наш батя ходит на все металлы All Metals. Можно чисто на гол поставить, но можно наушнички вставить. В общем, вот такая вот хорошая машина.